Всем привет! Когда я увидела список устройств, поддерживаемых iOS 13, меня изрядно-таки помбануло. Ничего, что еще iPhone 6 и 6 Plus пользуются популярностью среди пользователей. Ладно, я недавно на 10-ку обновилась, а если бы у меня все еще была моя любимая шестерочка, то что, она бы не получила бы апдейт до iOS 13? Что-то сомнительное здесь происходит. Программная поддержка всегда считалась коньком Apple, и в принципе, если какое-то устройство уже не продавалось, то оно еще поддерживалось лет 5, а тут, получается, сразу два поколения будут лишены поддержки. Дело в том, что Apple прекращала поддержку только тех устройств, которые уже были сняты с продажи. Ну вот, например, iPhone 5s. Он обновляется и по сей день, но не продается уже где-то около 2 лет. А вот модели 6 и 6 Plus, они очень популярны среди пользователей и, кстати, продаются и по сей день, но перестанут получать поддержку. Похоже, Apple противоречит своим же правилам. Ну и в результате без поддержки могут остаться большое количество пользователей, которые приобрели шестерку как свой первый iPhone. И станет, конечно же, очень много недовольных. Ну и раз мы с вами уже заговорили про поддержку старых устройств, вот вам еще одна новость про ARKit 3. Ее получит только новое устройство. И да, если вы купили себе новую восьмерочку на той неделе, то вы в пролете, да, в принципе, я тоже. В ходе обзорных лекций на WWDC 2019 было объявлено, что поддержку ARKit 3 получит только новейшее современное устройство, то есть iPhone 10s, 10s Max и 10R, ну и iPad Pro последнего поколения. ARKit 3 примечательны тем, что может определять людей в дополненной реальности, а также захватывать их движение и передавать виртуальным объектам. Проще говоря, если бы вы меня смотрели со смартфона, то вы могли бы передвинуть мое изображение к себе на кухню. В общем, крутая тема, но почему-то Apple решили, что если вы отдали за смартфон 70 тысяч, ну, за десятку год назад, то вам такая функция будет недоступна. Хотя справедливости ради стоит заметить, что в A12 блок нейронной обработки стал в 8 раз производительнее, чем был в A11, а для AR он именно и нужен, так что нет никаких удивлений в таком ограничении. Все дело в железе, а не просто в каком-то злом умысле. Во время презентации iPadOS и macOS Catalina Apple уделила особое внимание функции Sidecar. При ее помощи можно выводить изображение с компьютера на планшет. Помимо этого, будет еще возможна работа с контентом, то есть можно будет делать зарисовки без использования графического планшета. Но опять же, эта штука будет работать не на всех компьютерах. Если у вас MacBook Pro, он должен быть не старше 2016 года, а если у вас MacBook Air, то не старше 2018. Хотя нас после ARKit 3 уже ничем не удивишь. Один из пользователей Reddit нашел решение, как можно запустить Sidecar и на старых компьютерах. Для этого нужно запустить терминал и ввести одну команду, а какую вы узнаете на appleinsider.ru. Ссылка в описании. Так что на самом деле эта функция может запросто работать и на старых компьютерах. Единственное, что картинка будет качеством сильно отличаться от той, если бы вы запустили, например, Mac с нативной поддержкой этой функции. Скорее всего, ограничение удалось обойти благодаря багу в первой бета-версии macOS Catalina. Так что если среди вас есть манкины-хакеры, которые собирались взломать систему, время поторопиться. Если взглянуть на эти новости, то может показаться, что Apple специально ограничивает возможности своих новых функций для простых пользователей. Но с другой стороны, порой может просто железо не потянуть эти новые функции. В принципе, запустить можно что угодно, даже macOS на Apple Watch, но как это будет работать? А еще на этой неделе было много интересных новостей из мира Android. Вот уже которую неделю сеть полнится слухами и утечками о Google Pixel 4. Хотя анонс этого смартфона состоится только в октябре. Сомнительных рендеров было много, и всех их объединяла какая-то одна уродская особенность. Но вот, наконец, один из инсайдеров показал то, во что действительно хочется верить. Судя по всему, запечатленное устройство находится в одном из тех специальных кейсов, которые надевают на прототипы, чтобы засекретить смартфон. Но, тем не менее, мы с вами можем видеть в правом верхнем углу овальную выемку под двойной фронтальную камеру и нижнюю рамку дисплея, которая стала гораздо меньше, чем мы привыкли видеть в предыдущих пикселях. Судя по тонким рамкам, в них теперь нету фронтальных динамиков, и поэтому все 4 рамки выглядят примерно одинаковыми. Мы же любим с вами симметрию. Поговаривают, что у Google есть целых 3 дизайнерские команды, которые работают над Pixel 4 и Pixel 4 XL без взаимодействия друг с другом. Сразу видно, что компания не хочет, чтобы ее новый флагман стал дизайнерским провалом. Возможно, рендеры, которые мы с вами уже видели, относились к работе групп других дизайнеров. А это значит, что результат может быть абсолютно любым, и, возможно, мы с вами его еще и не видели. А еще появились экспертные новости, что Google боится Huawei. Санкции, которые США наложили на Huawei в мае этого года, могут отрицательно сказаться не только на китайцах, но и американцах. По словам Джоу Жунь, старшего научного сотрудника Института финансов Китайского народного университета, разрыв с Huawei больше всего отразится именно на Google. В отсутствии доступа к американским технологиям, Huawei может заняться импортозамещением и создавать свои технологии. А с учетом их финансовых возможностей, шансов на успех достаточно много. Жунь отметил, что чем больше партнеров у Huawei из других крупных корпораций, тем хуже для
для нее. Конечно, разрабатывать что-то свое гораздо сложнее, если есть уже другие наработки, но это может привести к тому, что у Huawei появятся собственные технологии. И если это произойдет, то США потеряют контроль над Huawei, и Google это прекрасно понимает и пытается убедить правительство США оставить компанию в покое и уже пользоваться американскими наработками. Если Huawei станет полностью самостоятельной компанией, то у США есть все шансы потерять место технологического лидера и отдать все лавры Китаю. Вот, пожалуй, все интересные новости за эту неделю. Своим мнением делитесь в комментариях. Не забывайте на нас подписываться. Всем пока! И отказом от... Вот уже которую неделю сеть полнится слухами. Ага. И птичками, блин.